Так, йо, всем привет, с вами Ноцебам, этот как его, Баннер Сага, третья, где мы уже почти полностью потеряли Арберанг, последние каменные стены, тьма все ближе, задница все тоже толще, что у нас здесь происходит, мы потеряли же двух главных героев для нас, ну ладно, одного точно, второго без понятия. Ладно. Усталость вгоняет вас в ступор. Странное ощущение, когда не делаешь ничего, говорит Адро. Нарушая тишину, люди подавлены. Может, это хорошая возможность узнать, как все держится. Вы думаете над этим. Ну давай, это, возможно, дополнительные всякие очки. Дни, надо поговорить. Это писец старательно пишет. О чем-то в своих. Старательно пишет о чем-то в своих бумагах. Он поднимает свой взгляд. В скотах прерывает происходящий между вами разговор. Здравствуй, охотник. Наступила минутка затишья, и мы не знаем, что с собой делать. Что-то в этом роде. Глаз бури, как говорят поэты. Если пробудешь здесь достаточно долго, начнешь предсказывать погоду. Или, может, просто начнешь еще говорить о чем. Старый вард прекращает писать заметки к разговору. Видел что-нибудь подобное за свою долгую жизнь? Знаешь, я слышал, что люди считают за оскорблением, когда их называют старыми, но я никогда не знал почему. Дай-ка подумай. Но падение с Крюмерсдера было впечатляющим зрелищем. Половина города погрузилась в Сильверстоун. А Гроухайм был еще больше. Ну, что-то вроде этого. Нет, это не так. Забавно, как мы измеряем значимость своих воспоминаний, не так ли? Я намного лучше помню, как мой спутник Ганульф говорил мне, что я похож на баклажан. Чем-то, как город погружается в пучину. Именно поэтому я люблю их записывать. Скотак говорит что-то на своем языке, после чего Убин смеется. Он говорит, что я не похож на баклажан. Старый вар прекращает записать заметки к разговору. Так, ну давайте, это мне не особо интересно, на всякий случай прослушаем, вдруг это даст мне дополнительные очки. Ладно. Интересно, что ты планируешь делать со своими записями, если нас поглотит тьма? Оставь это для того... для кого-нибудь другого. Улыбка пропадает с лица Убина, когда он понимает, что все станут искаженными. Считаешь, я не думал об этом? Может, конерожденные могли бы... Нет, не без помощи ткача. Может быть, мы могли бы отправить ткача, чтобы... проклятье. Нам придется жить с этим. Никуда теперь не денешься. А вот непонятно, вот все станут искаженными, что дальше? Они должны тоже общество строить, не просто уничтожиться. Так, Зев руководит работой ткачей и выглядит по меньшей мере такой же измотанной. Она окликивает вас по имени. Я стал слышать о тебе чаще с момента твоего прихода в Арберанг. Похоже, эти люди в глубоком долгу перед тобой. Я сделал это не в одиночку. Хотя достаточно близко. Жаль, что мне не удалось оказать тебе лучшей поддержки тогда в ворот. Я также слышал, что путешествовал с Варлом по имени Ингвар. Сначала мне показалось, что это совпадение. Вы думаете, что сказать... Что ты планируешь делать теперь, чтобы этот свет горел так долго, насколько это возможно? Были времена Валки, по своей силе были практически равны богам. Они жили по несколько столетий, одержимые бессмертием. Со временем они, конечно же, утратили эту силу. Знаешь ли ты, что Валки подняли плато из черного камня, на котором мы стоим прямо из земли? Удивительно, необычайно черный камень. Это тот же материал, что используют для драги, для создания доспехов. Он существовал еще задолго до моего рождения. Лично я научилась паре фокусов, но все, что мне остается, разделиться всеми слепую надежду на то, что если мы выстоим, ну, может, тебе от этого будет польза, чем мне. Валк извлекает какой-то предмет из складки своего плаща и протягивает его вам. Как думаешь, сколько нам осталось? Осталось недолго. Используй свое время с пользой. Вы думаете, что сказать? Так, это бесполезная инфа. Нет, это тоже. Так.
Так, нет, но они чуть было не оставили его умирать на мосту в Эйнарторф. Интересно, принадлежит ли это решение... Ну да, понятно. Да, более чем полностью. В общем, там такие-то разборки. Никому не интересны. Искаженные не могут забраться на черную стену. Уже сутки с момента своего появления. Многие хотят воспользоваться... Секунду. Заусенка. Все, отгрыз. Многие хотят воспользоваться этим затишьем. Некоторые считают это безрассудством. Держать круглосуточный дозор сейчас значит принуждать из мождённых и раненых людей дежурить по сменам. Некоторые не спали по несколько дней. Сильные защитят слабых, пусть дозор держит добровольцы. Некоторые говорят, что это несправедливо, другие отвечают, что сама жизнь несправедлива. Стресс начинает проникать в каждое решение, никто этому не рад. Однако вызвалось достаточное количество способных мужчин и женщин, и глядя на лицо мира спящего ребенка, вы убеждаете себя в том, что это решение было правильным. Так, что здесь у нас? К вам тихо, незаметно подходит женщина. Я видела несколько идиотов, сообщает она. Пьяные до чертиков. А, смеются там внизу. Некоторые пробрались вниз, чтобы приложиться к сокращающимся запасам медовухи. Присоединиться к ним охота, смеются они. Когда вы спускаетесь, чтобы убедиться в этом лично, с тобой на тот свет не заберешь. Может быть, в их словах есть смысл. С другой стороны, эти припасы можно было бы растянуть на несколько дней. Среди них вы замечаете трюгви. Убиваете крупные дворки. Она с дребезгом катится по полу. Пока вы наблюдаете за ней, она продолжает прыгать, будто по своей воле. А затем вы все помещение начинает трястись и греметь. Напольные плиты разлетаются в разные стороны, уступая дорогу искаженно. Страх поднимает бездельников на ноги. Видимо, к этому искаженные и готовились все это время. Черт, вскакивает мужик. Толкая бочку на искаженное и сбрасывая его вниз. Черт их всех удери. Поднять искаженных. Давайте бороться. Вы пинками поднимаете пьяных на ноги и раздаете им оружие. Докажите, что недаром едите свой хлеб. Бери и боритесь за жизнь, кричите вы. Трюгви внеблет вашему свету и принимается неуклюже атаковать существ. Но при этом пропускает яростный удар, раскалывающий его череп. Трюгви падает, смеясь, истекая кровью. Через некоторое время он заболтает. В подвале подвал пробирается еще больше искаженных. Вечность спустя вы слышите шаги под ноги на лестнице. Почему так долго, кричите вы? Они не только здесь, отвечает Алё, они поднимаются и занимают все плата. Тогда мы быстро отправим их назад в землю, отвечаете вы. Ага, так еще одного потеряли, отлично. Так, кто нам нужен? Ты, да, наверное. Здесь способность фигачить, да, это хорошая вещь. Мы потеряли хорошего лучника, если честно, прям очень хорошего. Надеюсь, ты не сдохнешь. В смысле, какой? У тебя некуда больше качаться. Есть. Все, качать ее некуда. Так, страж ткачей защищает от смерти, если сила выше один. Так, ну что-то прикольно, о чем я было? Ну ладно. Так. Вот так никогда не отражается. Но это хорошая вещь. Так, защита от качей. На что у тебя? И пробивание. Хорошая вещь, но... Так, давай мы тебя-ка... Качнем. Нет, стой, какая воля. Нет, сила. Вот хорошо, недвижимый. Ну вот это походу хорошая вещь.
Так, ты нужна мне, да? Яд. Хорошая вещь, конечно. Конечно, я это не использую, ну да ладно. Воля. Ну, а давай этот. Уж на поддержке. Так, кому можно читать, что у тебя тут есть? Кольцо. Минус 2 перебивания, плюс 3 агрессии. Хорошо, что у тебя? Ну, такое, конечно. Тут яд может пригодиться. Атакинги, ну блин, все хорошие вещи, я даже не знаю, что делать. Ладно, в бой. Отвалки потом возьмем. Если это поможет. Так, они сделали подкоп под стеной. Вот трюк беда валяется. Так, кто первый не ходит? Ты, да? Ша, дождемся. Чик. Умри. Минус. Что? Пробили? А, и тебе будет больно. Не сделаешь, да? Ну давай, может, повезет. Не повезло, да? Так, давай втащи его. Да ладно, ты ни разу его посильнее ударил, издеваешься. Тут пора бить теперь. Минус. Отлично. И давай, давай, там делай что-нибудь. Черт, я же мог выдать силу. Умри. Да ладно. Да чтоб тебе. Так, сам лоханулся, причем жестко.
А, да и все. Нет, конечно, бежать. Какой бой, уже все. Они прокопали. Как не могли столько копать? Нереал. Так, подвал снова тихо, темно. Выживших в подвале стараются закрыть и... выживших в подвале стараются закрыть и запечатать нож. Внезапно вы рады тому, что сохранили запас воды. Сейчас не помешало бы выпить, кто-то говорит. Как-то говорит Дев, что выжила лишь половина ткачей. Кто-то говорит Дефр. Да. 3 дня, серьезно, блин. По-моему, я его даже не спасу, да? Давайте, вы же можете идти быстрее. Шевели там булками своими, я не знаю. Останови караван. Ворон неохотно останавливается, чтобы привести дух. За нами по путям следует громоглас. Нельзя это игнорировать. Мы все знаем, чем это кончится. Я знаю, что случится, если мы пойдем против громогласа. Если в башне нас уже поджидает змей, то на хвосте у нас будет громоглас, и это не вариант. Всегда хотелось постучать громогласа. Похоже, сейчас самое время. Кто еще хочет увидеть живую легенду в бою? Имею в виду себя. Если меня там ждет гибель, то пусть уж лучше от рук Сундры. Ты не вернешься? Да и кто тебя туда отведет? Я пойду. Но зачем? Не забывай, я знаю драгов. Я долго здесь пробыла, я могу с ним поговорить. И я единственный, кто сможет создать собственный свет. В худшем случае я на секунду отвлеку, а в лучшем, может, мы что-то узнаем. Энтузиазм Альфрун почему-то вас настораживает. Она лукаво подмикивает. А если он не хочет говорить? Но это, на это я и надеюсь. Мне уже не впервые пропадать без следа. Еще встретимся. У меня нет шансов отговорить тебя, верно? Нет, но может передашь... Может передача найдет тебя? Скажи громогласу, пусть сдохнет и в этот раз навсегда. Если представится возможность сыпаться с кораблей, я ему сообщу. Альфрун создает собственный свет, Юнон наблюдает, но не препятствует ей. Так, минус 3, 3, да? Часть спилилась, это они пошли с этим... двутопором сражаться. Я уже вижу впереди активное движение. Как хочется, только не кричи. На этот раз неуловимые тени вполне реальны, и они повсюду. Остальные тоже это заметили, и осторожно берут заклинки, которые поблескивают, как рыбы в косяке. В вашем смыкающемся острие. Эхо разносит сотрясающий землю вой. Где-то здесь рычит громоглас. Все недовольно всех невольно буревает ужас. Впереди повсюду орды искаженных преграждают вам путь, еще больше их видно на горизонте. Почти удалось, произносит Фольгера. И вы разделяете ее досаду. Конечно, напролом. Чего мы ждем, кричит вы? Приглашение от громогласа? Толп. Короче, в атаку. Так, он как бы мне нужен. Ах ты ж тварь. Блин, на мне все меньше, отвалки толку нету. Давай ты тогда хотя бы. Так, ну это перекачанный. Отлично, пока все. Тебя особо качать некуда, да? Там я что-то прикнул. Mm.
Хорошая вещь, конечно. О, может что-то дать. Отдать-то и нечего. Стой. Давай, ну тебя хотя бы попробуем. Собирается отразить урон, вероятность восстановить. Ну давайте, может пригодится. Не ожидал, конечно, так далеко зайдешь, но да ладно. Стоп, а где этот пивун? Странно, он походу слился к громогласу, да? Стой, я не помню, куда он слился. Так, плохо, плохо, плохо. Дело очень плохо. Мне надо как-то край один двигать. Во-первых, пойдет, оттуда пойдет, да? Потом кто пойдет. Потом он пойдет. Нужно два хода продержаться. Жди. И хотя я зря подошел, по-моему. Нормально. Так, что у меня есть? Урон по силе плюс один. Бредрей единиц силы. Сейчас к Ингвару, да? Чего же я не рассчитал-то так, а? Так. Пока ничего не делаем. Не дойди, не дойди, хоть подошел. Так, что мы можем сделать? Нет! Я же отжал, блин, ты глупое животное. Каждый ход он будет что-то у него отнимать, да? Ой. Да, на тебя вообще плевать. Опять живучий. Ага, молодец. Так, ну это хорошо. Минус. Навари. Делать. Ой.
Ой. Ой. Так, урон силе. Ой, да восстановим вообще, как делать нечего. А вот это потерять обидно будет. Минус. Ня! Че это было? Я не подумал, да? Да ты меня замари. Нет, стой, блин, что ты творишь? Да ладно. Капец, он медленный. Жалко его, конечно. Лошара. Отличненько. Ломитесь вперед. Искаженный все безжалостнее. Он все еще где-то там. Вам не по себе от того, что такая громада, как громоглаз, может незаметно поскользнуть во тьме. Вы потираете соднящую шею, быстро переступая через искаженное тело. Смотрите в оба. Давай! До башни два дня, не дотянем, да? Жалобы на боль в ногах мне почему-то напоминают вам об Альфруне. А может, вы просто заметили что-то краем глаза? Из приближающегося светового пузыря вырастает громадный вар, и путникам не терпится узнать, в чем же дело. Видели бы вы Крумра? Доверчиво говорит Дерс, это еще не конец. Но он помог выиграть время. И поплатился за это. Вы напоминаете остальным, что шанс нельзя упускать, и они ускоряют шаг. Все-таки Крумр доигрался. Вот он свет, давай. Тела драгов опоясывают холм, словно зубцы крепостной стены. Что-то сидит, кто-то сидит, кто-то лежит, но все мертвы. Что здесь произошло, ворчит Вальгром, переворачивая одно из тел ногой.
С вершины вы видите сотни тел, и расположены они уж очень аккуратно. Это была не битва, добавляет Вульграм. Замечает то же, что видите вы. Еноне Эйвинду нечего добавить. Стойте. А вдруг это предостережение о том, что нас ждет впереди, предполагает дичь. Нет. Не знаю и знать не хочу. Идем отсюда. Черт с ними, подытаживает Оли. Вы оставляете тела. Конечно, оставляем. У нас день остался. Сначала белая башня принимала зубочистку, а теперь высится у нас над головой. И с ней ни в какое сравнение не идут сооружения варлов и королей. А, давай! Здесь начались наши беды. И если повезет, здесь и закончится. Я по времени не успел. Когда искаженные полезли из-под земли, немногие выжили, отступая к центру Лата. Зефр вместе с двумя уцелевшими ткачами может защитить лишь область, немного превышающую площадь тронный зал. Ваши люди жмутся друг к другу на пороге, пытаясь найти себе место в опасно переполненном внутреннем зале. Снова темнеет, и вы выводите воинов, чтобы защитить всех от искаженных. Однако в местах, где тьма касается потолка, происходят странные вещи. Оказавшись запертыми между светом и тьмой, древние балки на потолке неестественно колышутся и растягиваются, будто превращаются в животный жир. Когда балки на входе деформируются и рушатся, передняя стена падает внутрь, угрожающе прикрыть путь для отступления в тронный зал. Выжившие отчаянно разбирают завалы, но дело движется медленно. Рычащий искаженный решает действовать. Выиграйте для них немного времени, честивы. Капец! Я не знаю, это прям финита или не финита. Это мое финита. Так ты. Подтвердить. Есть. Ты нафиг не нужен. Ты что, этим могу починить? Ничего не могу. Здесь явно это пока лучше. Лучшее, что мы можем дать тебе. Давайте починим, что нужно. Пытаюсь вызвать пробой. Ну что, ребята, бой! Финал все ближе. Так. Да, вот эти гады ходят большими. Они ходят в конце саунда. Поэтому можно ломиться вперед. Давай, оп. А! Блин, ну. Постараюсь как-нибудь. Бей! А черт, сильно отгреб. Кони двинет. Так, ну чтобы не пропадал. Минус. А, нет! Черт! Как я так протупил? Я думал, он побежит. Ну, лошара. Что это было? Вставай на защиту. Даже не пробил. Ха-ха-ха.
Хорошо, не дотянулась, да ладно. Да смысла нет. Давай-ка сюда кинем. Намри. А чё? Мана. Да, еще без разницы, он сам погрел. Давай вот тебя спилим просто. Мясо вообще. Нет, ты сдохнуть собираешься? Да? Амре! Так, что мы можем здесь сделать? Время превратилось в такую же угрозу, как и искажение. Вы отражаете атаку искаженных, в итоге выжившим удается улизнуть, но входит в плен, вы замечаете множество тел, раздавленных упавшими обломками. Ну, конечно, поднять. Вы колеблетесь насчет отправки большого количества здоровых людей на удержание падающих стены, но уже слишком поздно. Оказывается, они все обладают такой силой, как у варлов. Несколько ранних извлекли из-под обломков, прежде чем рама раскалывается и хоронит под собой еще несколько тел. Жга. Что тебе надо? А проходя мимо, вы слышите обрывки фраз, которые обменятся Хакан Мокр. А, да, сейчас ситуация хуже, но я никогда и не думал, что мы выберемся из Ришхорда живыми. Ты выбирался из переделок похуже, чем в Ришхорде, Могор. Ты познакомился с Вагниром раньше, чем я. Да, давно, он был отличным вождем. Его смерть будто случилась только что. Я отвернулся лишь на секунду, как вдруг он ниоткуда появился, этот драк. Как он замечает вас краем глаза. Хочешь что-нибудь добавить, малыш? Да слушай, Хакан, друг мой, присоединяйся к нам. Меня зовут Могор, я командующий армией Хакан. Или что... Или того, что от нее осталось. Честно говоря, уже давно хотел представиться. Я наслышан о тебе. В основном из слухов, что ходят по каравану. Вы обдумываете о тебе. Так. Походу у вас... Давайте просто поразговариваем. Я не хочу слушать эти истории, они не особо интересные. Да. Похоже, у истории есть продолжение. Да. Мне нужно идти, простить, замешательство. Отлично, все. Ну, отрешили проблему, поговорили. Получим бонусы. Потому что мне этот разговор их нафиг нужен. Так, что у нас? Ага, вы остро осознаете, что оказались заперты в тесном пространстве между грозными варлами и дикими нерожденными, которые могут недолюбливать друг друга. Хвост канари мечется из стороны в сторону, словно раздраженная кошка. Хакан выглядит спокойным, однако он сжал кулаки. Могут быть проблемы. Да ладно, мы запарили. Все в порядке. Помимо того, что вам нравится жить вблизи, из-за конерожденных тут подчас кажется, что я стою посреди конюшни. Может, тогда я
якобы бык не будет вмешиваться. Каким-то образом якобыки занимают меньше места, чем говорящий лошадь. Производят меньше шума и меньше отходов. Неужели мы действительно должны спорить об этом сейчас? Да, это всегда волнует. Всегда волнуют отходы. Одни отходы в голове. Варл ценит личное пространство, а вот этих пони у меня аж глаза слезят. Может, если бы они могли тянуть свою лямку. Все якобыки думают лишь о том, чтобы тянуть свою лямку. Хакон хватается за оружие, Канари шумно бьет копытом землю. Атмосфера в тронном зале наконец-то запредела. Вы офигели? Кто среди нас еще не готов умереть? Мы не обязаны друг другу нравиться. Разберитесь с этим в другое время. Уже это совершенно точно. Погибать из-за вас двоих было бы абсолютно глупостью. Канари фыркает и затем удаляется в сторону, где расположен ее народ. Все могло пройти лучше, хотя могло пройти и хуже. Вы всегда сможете свести счет друг с другом после апокалипсиса. Ну вот именно там умирает, а они тут еще возмущаются. Что за бред? Это единственное время, когда все должны объединиться. Вы смотрите на длинные, заполненные... Зал, заполненный больными и ранеными. Раненых больше, чем здоровых. Ваш разум начинает упражняться в арифметике. Сколько припасов, сколько раненых, сколько качей, сколько часов. Вы, не мигая, смотрите в пустоту, во тьму. Дружеский оклик возвращает вас в реальность. Старик подтягивает вам кусок хлеба. Какой старик? Кто? Где? Ты выжил? А нет, я тебя не знаю. Овечка на лбу. Мой последний хлеб. Я не могу оставить себе. Ты не знаешь меня, рук? Доброта была тяжелая, наверняка сейчас я выгляжу иначе. Вы присматриваете к нему повнимательно. Он действительно выглядит знаком, однако вы не можете вспомнить его. Да нет. Далрен из Когра. Прости, я не помню тебя. Я не виню тебя, сейчас кажется, будто с тех пор столько лет прошло. Он издает тонкий смешок, однако в его глазах читается искренность. Воспоминания о Когре даются нелегко, ведь это было так давно. Многое действительно изменилось. Раньше я пас якобыков. Я дал им имена, когда мы бежали, старина. Асти нес нас всю дорогу до Фростельда. Не думаю, что ты знал об этом, но это так. Все намного усложняется в Фростельде. Да, мой сын заболел и умер вскоре после этого. Моя жена, она просто сильно устала. Не очень жаль. Я не вижу короны на твоей голове, но она всегда казалась... Мне тяжелый. Я вспоминал об этой истории, которую ты можешь счесть интересно. Может, уделишь старику немного времени? Конечно. Ты хороший человек. Отец привел меня в Скогар, когда я был еще ребенком. Он был лесорубом, а Скогар был тогда всего лишь лесом. Помню, как снег свисал с веток и земли, откуда ты пришел такого. Откуда-то пришли, только такого не было. В тот год они украшали деревья свечами. Эта сцена все еще стоит у меня перед глазами. Словно звезды спустились с неба. В нашей семье было шестеро детей. Моя сестра, близнец, умерла той зимой. Умерла от холода. Зимой я всегда думал о ней. Мы хотели... Да, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Да, вот все. Ништяк. Классная история, да. Тут много историй, но... Кому они нафиг нужны, серьезно? Тут вот конец уже. Все меньше и меньше времени. Серьезно, ноль дней. Ноль дней. Серьезно. Походу, Арпиранг пал полностью. Стой. Ну что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.